Всем привет, Костол. Здесь мы с вами продолжаем проходить Call of Duty Advanced Warfare. Продолжаем проходить не то чтобы стелс-миссию, но в пентхаусе Кевина Спейси, он же Джонатан Айронс. Пошел. Пойдем. А, понял. Как в этом? Ну ладно, почти. Я думал, сейчас будет как в Modern Warfare первом, когда мы в Чернобыле это тоже под машину-то были. Но нет, здесь немного не так. Проверь имя, лучше занимайся. Беллами псевдоним доктора Пьера Денуа. Доктор из Белла. Я думал, он в нее в камере Атмуса. Я тоже. Макс, доложи об этом. Узнать, что сейчас делает Денуа. Понял. Доктор Беллами, у нас нарушитель. Что? Что случилось? Мистер Айронс, ждет вас. Готовы. Пошли. Блин, почему так блекло все, блин, действительно. Надо было, наверное, эту размытость убрать, хотя зачем? Ой, блин, фу. Я забыл, что уже у меня нету этого. Как же я мог забыть-то? Чёрт возьми. Я же забыл, что у меня нету этих-то прыжковых этих ранцев. Чё, атакуем? Записать встречу? Окей, сейчас давай. Проблемы быть не должно. Если гости увидят, что в этом контейнере, у нас будут большие проблемы, доктор. Мы спешим изо всех сил. Мантикора термически нестабильна. Она очень нестойкая. Вот она, забота сам, меня очень. Я не смогу выполнить свое обещание, если вы преждевременно раскроете свои цели. Спокойно, Денуа. Ваши деньги уже в банке. С остальным мы справимся сами. Запущена предполетная проверка. Ну, не знаю, не знаю. Что-то я немного в этом сомневаюсь, но да ладно. Может, все именно так и будет. Так, секунду, подожди, я сейчас хочу. А что со звуком у меня, кстати? Может, я чуть тише немного. И вот все. Нокс, мы идем за грузом. Да, идем. Надо сейчас попасть на самолет, как я понял. Давай. Уплати их быстро! Убрать их! Да, подожди, я же этот есть. Зачем я достал щит-то, блин? Я хотел вообще-то вот что сделать. Щит-то нафига доставать, дурачок ты. Врёшь, не уйдешь, самолетик. Жучок. Давай. Жучок. Отлично. Я-то готов. Погнали. Да ну. Ну окей, ладно. Спасибо за баллоны. Ну вот сейчас мы узнаем, куда этот самолет летит в итоге. Куда нас приведет эта птичка. Так, довольно-таки быстрое окончание этой миссии, ну да ладно. Окей, так. Ага, здесь пока у меня ничего нету, поэтому едем дальше. Кингпин, это Страж 2-3. Радару удалось захватить цель. Вас понял, 2-3. Пандора уже у нас на прицеле. Точка назначения — воздушная база Рио-Галегас. Если Айронс хочет нанести удар в этом полушарии, это идеальное место, чтобы начать. Есть один вариант — перехватить Пандору в международном воздушном пространстве и заставить сесть. Координаты для встречи в воздухе высылаю. Понял вас. Команда надевает костюмы. Это важный шаг, Кормак. Ты нанесешь Атласу прямой удар. Хватит прятаться в тени. В Антарктике книга. Или Антарктика. Антарктика, по-моему, там было написано. Ух ты, ух ты. Ну-ка, давай-ка. Крушение. Антарктика. А, Антарктика все-таки. Тип скелета штурмовой, усиленные прыжки, акустика, магнитные перчатки. О, усиленные прыжки. То, чего я так хотел.
Ну и? Это Страж 2-3, последнее сближение. Вас понял, Страж 2-3. Ваша основная цель — груз. Добудьте его любой ценой. Ну это само собой, но где самолет-то? Вон самолет. Давай. Веди меня к этой пташке. Так, вижу. Давай. Отлично, минус одно крыло. И минус второе, нет? А, оба крыла минус, окей, хорошо. Понял, Страж 1, хранитель 5 на месте, ждем передачи. Я сейчас им не управляю. Самолет сам падает. Ни хрена не вижу, ни хрена не слышу. Ледник Дарвина, Антарктика. Почему вас слышно как говно? Кто там у нас? Группа захвата взорвала задний юг и берет груз. Всем отрядам на подходе ГБР Атласа. К вашим позициям приближаются спускаемые капсулы. Понял. Срочно перебрось груз. Они пунктуальны, надо признать. Давай, давай, помогу. Сильный прыжок. Ты зачем? Сейчас нафиг. Вот! Вот тот самый прицел, который я так хотел. Вот он. Ну ладно, немного не тот, да ладно. Но это, блин, тот самый прицел, который я так хотел. Это тоже ничего, но это не то. Так, а туда нельзя идти. Ты чё? Ладно, окей. Да в смысле? Я ж там хотел одного убить просто. Да ладно тебе. Блин, опять с того же места, да ну. Опять с того же места. Нет, чтобы просто начать бой. Нет, надо опять начинать все с катсцены. Кто там у нас? Группа захвата взорвала задний люк и берет груз. Всем отрядам на подходе ГБР Атласа. Сима, не ори, пожалуйста. Просто иди сюда и не ори. Надо признать. Давай, поехали. А зачем мне такой сильный прыжок? Зачем, если я могу просто вот сидеть в укрытии и вместе с остальными сражаться? Сейчас этот прыжок, он просто не к месту. Вот хоть убей. Не зачем. Этот прыжок, он просто незачем. Так, секунду. Так. Да, мать. Граната вообще куда-то улетела в сторону. О, тихо. Все раненый. Блин! Так, подожди. О, эти какие разведданные. Бери разведданные, твою мать. Вот. Так, грену кидаю. Да блин. Чё, тихо!
Спокойно. Толкать? Сейчас толкну тогда. Противник слева! Да, здесь больше никого. Да блин, как я по ним не попадаю-то? Куда-то вообще пытался убежать, кстати. Они что, отступают? Куда они отступают, как будто бы. Слан, толкаем. Давай, помоги мне, сержант. Звуки техники здесь, они в разы громче, чем, блин, голоса героев. Хоть убей, я вот заметил, кстати. Вот хоть убей, здесь звуки техники, они в разы громче, чем звуки героев. Я вам серьезно говорю. Я не понимаю, почему именно так происходит. Почему звуки техники здесь в разы громче звуки героев? Всех так, что ли, или только у меня? Что у меня возникает ощущение, что это только у одного меня такое происходит. Как слышно? Твою мать, слишком глубоко забрались. Нужно найти путь к грузу. Похоже, тут есть проход. Разбей. Благодарствую. Пошли, чё? У нас как будто есть какой-то выбор. 34 градуса, нифига. В минус. Ниже 0, имеется в виду. Сюда я, наверное, вперед пойду. Термосистема в костюмах еле справляется. 33 градуса, кстати, уже. А на поверхности, кстати, сколько градусов было? Интересно, кстати, тоже узнать. Ну да ладно, узнаем как-нибудь попозже. Не, серьезно, а что не так в игре со звуком? Почему звуки техники здесь в разы громче, чем звуки героев? Хоть убей. Их почти не слышно, когда происходит бой. Хоть убей. Я понимаю, что типа пытались, наверное, реализм как-то произвести, но черт возьми. Ты это слышал? Никто в одиночку долго не протянет. В смысле, враги впереди, что ли? А, свет. Или там враги? Вот здесь их стелсом не пробьешь. Так здесь стелсом не пробьешь. Куда летишь, Митч? В следующий раз жди команды. В смысле, куда летишь? Здесь по-другому никак. А эти главное, что не стреляют. Тут другой команды и нет. Стреляй, да и все. Я вижу впереди выход. Не останавливаемся. Неужели? А сейчас это обвалится, смотри. Осторожно! Да ну как знал? Смотри, куда давай, 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 давай. Его звук прицелится. О, спасибо. А он сейчас... Да? Сейчас взорву, погоди. Подержи его пока, подержи, 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 подержи. Так, типа. Ты ж ёпер на тебя. Нифига так меня оглушило.
найти выход на поверхность. И поскорей. Мы можем пойти отсюда по течению. Не думаю, как удачно. Как удачно, что во всех пещерах всегда есть выход. Да прикиньте, если бы вообще выхода не было, вот хоть убей. Но везде, во всех пещерах всегда есть выход. Внезапно. Причем так удачно появился выход, вот хоть убей. Да все, все, выплывай, выплывай. Че? Это враги? Это наши? Это враги. Ну, понял, допустим. Давай. Хорошо, ладно. Давай. Мне-то пострелять дай. Ну, вообще похер. Вот здесь я следовал вашему приказу. Но я уже сразу сказал, что у меня нету этого, как его. Слушайте, поэтому только так. Поэтому только так. Больше никак. Вперед! Сима, замолчи, пожалуйста. Да блин! Меня сейчас убьют. Почему меня никто не прикрывает? Не хочет, по крайней мере, прикрывать. Убрать их! Где? Обратите внимание, что внезапно градус снова опустился, наоборот. Градус опять вновь опустился. Их быстро! А, это наш, господи. Так, разброшу гранату. Куда еще? А, понял. Смотри. Во. Так, еще раз. Во. Ну-ка, свалил-ка. Отлично. 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 Блин. Все чисто. И все главное в одну точку. Не останавливаемся. Ой, я забыл, что здесь F-то еще надо нажимать для того, чтобы нормально приземлиться. Так, ну все, на поверхность мы выбрались. К счастью. Так. Ой, какое полярное солнце, обратите внимание. И какая тут особо полярная впереди природа. Противник! Троны! Подожди, противник! Тихо, спокойно. Огонь из Эмми, Митчелл! В смысле? А, ты про этих противников говоришь. Сейчас, секунду. На. Хотя их можно, в принципе, вот так вот стрелять, и все. Они все равно в нас почти не стреляют. Почти не стреляют, но с неохотой. Сейчас надо аккуратнее ходить здесь, потому что ветер прям не орёт. Блин, я забыл, как приземляться. Я реально забыл, как приземляться. Так. Ага. Ой, я. Не надо так приземляться, Митчелл, не надо. Прямо по курсу. Черт, они взяли груз. Транспорт. Я пойду вниз, попробую их выманить. Илона, убирай тех, кто отстанет. Илона, открывай огонь, как только окажемся на позиции. Прицелился. И чё? Ну и чё дальше, я прицелился. Мне стрелять? Ну, думаю, да. Открыть огонь! Вперёд! Мы должны взять груз! Не, ну я не собираюсь просто нашего сержанта ждать. Я его не собираюсь. Да блин, почему я не могу попасть-то? А, я знаю почему, потому что же кот здесь орёт. А когда он орёт, это все очень плохо, поэтому секунду. Так, продолжаем. Так. Отлично. Как только я кошку успокоил, тогда все стало отлично. Это наш? А, вижу. Вернуть. Сейчас вернем. Пошли! Подожди, какой пошли?
Куда пошли, если тут дофига врагов? Куда тебе пошли? А смысл задерживать дыхание, если я их выцеливаю только в путь? Ладно, окей, идем. Все, идем, пошли. Пошли! Мы должны взять этот груз! Так, это... Ага, я понял. Я понял. В меня кто-то выцелил ракету. Окей, сейчас это выплывем. Так. Гидеон. Да я в тебя всегда верил, Гидеон. Чувак. Я знал, что ты рано или поздно прислушаешься. Что? Только сейчас, Гидеон. Ты мог уйти из Нью-Багдада с нами. И хлопали бы ушами вместе. Вопросов было слишком много. Я должен был найти ответы. Айронс. Я знал, что он рано или поздно придет к нам. Он втайне разрабатывал биологическое оружие. И мы должны пойти за тобой? Хотел бы он нас убить. Убил нас бы уже. Уже не было. Да. Айронс предал все, во что я верил. Я хочу закопать его не меньше, чем ты. Хочешь остановить его, доберись до груза. Ну что, да, стоим? Да. Идем. Нет? Тогда веди нас. Ну, пошли. Мичел, веди нас. Хватайте Стингера и прячьтесь. Стингер? Я сейчас его возьму. Значит, снайперка АП превратилась во вторую штурмовую винтовку. Прячьтесь. А, сюда. Сима, я к тебе не пойду. Заткнись. Где? Окей. Сбейте его! Да ну! Ну так я иду. А где? А где? В смысле, а где? А, понял. Я понял. Бегу. Все, схватил. Так, одну взял. Да ну! Блин, вы не смогли забрать груз. Надо было нажать два раза. А, ну все понятно. Я понял. Все, иду. Иду. Сейчас все рухнет. Не рухнет. Ничего не рухнет. Все, груз взят. Отлично. Все, одну мантикору мы взяли. Этого, в принципе, достаточно, да? Она, кстати, не взрывается, я обратил внимание, когда она упала в снег. Ладно, окей, отлично. Еще одна миссия в нашу пользу. Так, можем наконец-то сейчас что-нибудь еще улучшить. Снижат урон от взрыва, да, вот это вот. И пока хватит. Дальше. Это мантикора. Биооружие против определенных генотипов. Если твоей ДНК нет в базе Атласа, считай, что ты труп. Он может сбросить его на поле боя. Его бойцы выживут, наши умрут. Верно. Контакт с одной спорой смертелен. Химзащита без толку. Он уже в работе? Не знаю. Но раз он изготовил образец, возможно, уже идет производство в промышленных масштабах. Если да, нам нужно знать что, где и как. Иначе нам Айронса не свалить. У Атласа есть куча заводов, способных наладить массовый выпуск. Вот тогда до нас и дойдет. Гидеон знает место. Ты уверен, что ему можно доверять? Без него задание не выполнить. У нас есть выбор. Выбор есть всегда, Минчел. Выбор есть всегда. Цель заброшена.
брошенная лесопилка в Болгарии. Встречаемся в точке сбора и объединяемся с группой Кормака. 3 минуты до цели! Ты был прав насчет Айронса. До меня не сразу дошло. Хорошо успели. Без тебя мы бы так и блуждали в темноте. Прямо как раньше, а? Ну? Ну, не знаю даже. Это гадюка Т-3. Нас попали. Эбби, ударил Атлас. Черт! Сбой, Экзо! Система не отвечает. Не могу. Приготовиться к удару. Все! Прыгай! Я знал, что рано или поздно Гидеон станет на нашу сторону. Я знал. Надо было просто подождать. Надо было ему просто дать шанс, надо было просто дать ему свободу и так далее. И он обязательно встанет на нашу сторону. Невидимость, кстати, смотри-ка. Подарили нам чё? Вот они! Валим! Вот здесь звук нормальный, кстати. А до этого был звук как говно. И дай ему снайпер убить нас! Серьезно, потому что там звук техники, он был в разы громче, чем звук главных героев. Вот хоть убей. Я не понимаю, почему. Куда? Гидеоныч? Ну, блин. Вперед, вперед, вперед! Так я и так бегу, знаешь ли. Вот. Бегом! Меня подожди, твою мать! Чё? Надо было лучше нырнуть, а хотя это тоже не вариант, ну да ладно. Экса загружается. Вертушка кружит над нами, пошел! В смысле пошел, а как я залезу? Вверху! Вот, давай. Шевелись! Так я и так стараюсь шевелиться, знаешь ли. Давай. Давай, руку подай! Давай, руку подай, Гидеоныч! Экзо! Чего? Открыть. Ага. Окей. Все отлично. Но это временная маскировка. Это, кстати, знаете, что мне напоминает? Маскировка включена. Крайзис, кто играл, те поймут. Но маскировка, она не... А ты где вообще, кстати? Понял. И главное, черт. Так я не видел, где Гидеоныч-то был. Я его не видел. А ты где вообще? А, вот ты где, ё-моё. Вот, синий цвет. Пошли. Я делаю все, что ты делаешь, чувак. Вы тут что спереди? В смысле, я сейчас могу их атаковать? А как я их сейчас атакую? А мне прям так их атаковывать, что ли? Ну давай. Мне прям так и атаковывать. Ну понятно. Ладно. Этот без глушителя. Стрелять только в крайнем случае. Давай сделаем все тихо. Хорошо, давай. Пойдем. Тихо. Нет возможности, Страж 2-1. Попробуйте связаться со Стражем 2-3. Напоминает еще, кстати, Ghost Recon. Кто играл, те поймут.
Ой-ой, не надо. Не надо. Пускай останется. Пускай будет жив. У меня маскировка вообще не алё. Совсем скоро будет. Вот когда я начинаю ходить, то все, маскировка у меня начинает все падать. Прям конкретно. Но и она поднимается еще медленно. Кстати, тоже. Возьми. Как второе оружие. Пошли. Да ну! Так я тебе сразу сказал, что у меня маскировка падает. Это что, виноват, что ли? Я тебе сразу сказал, что у меня маскировка не алё. Я тебе что, виноват, что у меня маскировка вообще самая отвратительная? Что она не вечная, ни хрена. Слушатели, стрелять только в крайнем случае. Давай сделаем все тихо. Да все тихо не получится, потому что у меня маскировка падает. Мне надо оставаться в неподвижном состоянии, чтобы потом эта зарядка у меня вновь это. Или в присядке нам не надо быть. Я что, виноват, что у меня батарея от заряда какого, маскировки садится? Иди сам тогда вырубай, раз такой умный. Я посмотрю, просто подожду. И это как-то связано с оружием. А, пода... вот как это. Чё ты мне сразу-то не сказал, что, блин, маскировку можно подзарядить, просто отключить и включить обратно. Какого хрена ты мне сразу не сказал? Молчит главное, блин. Идиот. Серьезно, какого хрена, Гидеоныч? Ты почему мне, блин, не сказал, что вот так все и работает? Я видел. Вот только когда я увидел, тогда я понял. А так он мне ничего не сказал. Опять подзарядиться. Да, подзаряжусь. Я откуда знал, что подзарядка работает именно вот так? Выключить и снова включить. Ты мне ничего не сказал. Промолчал, блин, и все в тряпочку. А если я так пойду, то это наоборот только разряжает. Да, я тоже подзаряжу, ладно. На тиграх кататься, кстати, обратите внимание. Да я не думаю стрелять, я просто, блин, возмущен тем, что у меня подзарядка работала как говно. Ты мне, главное, не сказал, что как подзаряжаться. Если бы сказал раньше, было бы вообще хорошо. Вот они, красавцы. Скоро я на них, кстати, тоже поеду. На вот таких красавцах. Вот они, такие, смотрите. Капец, у нас самая непалевная маскировка вообще. Такой бы маскировке пророк бы позавидовал. В смысле, все отключаем, что ли, маскировку? Или что? А, просто не попадаем. Ну окей, вот я вот здесь встану. Надеюсь, меня так не увидит. Или что, мы стреляем? Я следую твоим командам. Твою мать. Да ну! И что сейчас делать? Решай ты. Я тут бесполезен, чувак. Решай ты. Решай ты. Сзади хоть не идут. Они идут с востока, эти твою мать. Да все, быстрее давай.
Да ну, блин! Я даже еще не был этот, ну, понял. Так, давай мы, наверное, отключим и снова включим. Вот. Не, ну, естественно, а как я должен был пройти ту местность? Или надо было подождать, наверное, пока этот, да? Да, наверное, было подождать. Надо было подождать. Пока этот прожектор меня не видит, то вот можно бежать. Вот так. Да, надо было подождать. Подзаряжусь. Ты чё творишь, блин, Гидеон? Твою мать. Ты меня чуть не спалил. Какого хрена? Пошли. Вот. Пошли. Ну все, снимать маскировку, нет? Да, можно. Ты как? Надо быстро сваливать. Пришлось убрать пару их ребят. Когда их найду, будет жарко. Дело не сделано. Пошли. Миссия даже начаться не успела. Мы никуда не уйдем, пока все тут не осмотрим. Во, вот этот с прицелом мне нравится больше. Я ни черта не вижу. Нокс, покажи им. Посылаю данные. Давай. Среди химикатов, босс. Много химии. Им есть что скрывать. Мы не справились. Вернемся в другой раз. Другого дня не будет. Облажаемся. Отвечать будешь ты. А когда было иначе? Было, чувак, было. А я? Ага. Такое было, чувак, и не раз. Уж поверь. Круто. Пора к этому привыкнуть. Все, поехали. Поехали. Ну, скажи, чё? В чём проблема-то? Голографическая маскировка. А-а-а. Какие, смотри-ка, нифига. А ведь не скажешь, что это был лес. Капец. Тебя уберем. Чисто. Это с глушителем, если чё. Это с глушителем. Окей, давай. Вакуумная бомба. Так, поехали. Главное, все изменилось так, как будто я под водой. Нормальная, блин. Без палева, главное. Вообще без палева. Капец. Я херею, блин, честное слово. Так. Разведданных нигде нету. Давай на лестницу. Прикрываю. Окей, иду. Дальше чё? Вот теперь я часть новых секретных друзей. Иду. Чего? Быстро пультом. А, я должен был как-то его иначе убить, что ли? Наверное, да, я должен был его убить как-то иначе. Так, парни, берем все. Карты, банки данных, все, что увидите. Сами знаете. Кингпин, начинаю передачу. Войдите в систему. Ожидаю прибытия подлюбки. Нет, старик, те два, там. Бинго, посылка у нас, передаю. Связь установлена. Так, жгите все. Давай. Термит. Тут не только биологическое оружие. С этим мы свали, Майренса. Ты как? Я одна, Майренса. Посылка получена. Молодцы, идите ко второй цели. Я тут в порядке. О, что происходит?
Внезапно, короче, у меня вылетела игра. Непонятно почему. Вас понял. Выдвигаемся. Но сейчас все нормально. За мной! 2-3, внимание. Вокруг цели крупное скопление противника. Они активировали сенсорную сеть. Наше прикрытие бесполезно. Так, больше не прячемся. Не лезьте под сенсоры, они сбивают настройки костюмов. Пошел. Так, ну раз больше не прячемся, то... Пошуми, твою мать! Вай! Тихо! Тихо! В смысле? Не понял. Так, ладно, это я потом позвоню, потом отвечу. Так. Отвечу как-нибудь позже. Так, давай. Сейчас пока мне некогда отвечать. Сейчас вот доделаю миссию, потом отвечу. Чего? Убрал сенсор. Маскировочный сенсор. Если мы уже не прячемся, то все, чё? Зачем эти сенсоры нафиг нужны? На. Убрал сенсор. Да сенсор убран, это понятное дело. Отлично. Решаю их только в путь. Блин, нет, все-таки звонит, смотри-ка, что. Сейчас, секунду. Так, продолжаем. Сейчас мы эту миссию доделаем. И начнем ту следующую. Ну как начнем? Сенсор готов. Сенсор уничтожен. Отлично, что. Так, он разве да или нет? Показалось, наверное, нет. Да. А нет, не показалось, там действительно были сенсорные данные. Сенсорные будут данные. Не сенсорные, а разведданные. Сенсорные. Вот они. Нет? А, ну окей. Это не те данные. Мы на месте. Система Биоспарк распознала следы токсина на канистрах. Митчелл. Ставь FRB. Закончим поставил. С этим. Поставил, пошли. Ага. Всем выйти! Митчелл, давай! Бомбич! Кинг-кинг, объект нейтрализован. К выходу готовы. В основной зоне высадки слишком опасно. В небе полно врагов. Новая зона в трех кликах к юго-востоку. Мы засекли Т-740 в южном ангаре. Это ваша лошадка. Вас понял. Выдвигаемся. Да, у меня же такое лучше. Есть. У меня же такое есть. Но я не знаю, какой взять. А это что за гибридный прицел? Ну, гибридный прицел это тоже не алё, поэтому... Да, вот этот, наверное, возьмём. Воу-воу-воу-воу-воу! Так, ну-ка. А, им вообще насрать, да? Откуда им вообще насрать? Ну и ладно, или не насрать. А я их всех убил, да? Как будто бы да. Блин, не ту пушку уже взял. Ну ладно, ты будь куда. Это же не та пушка, я хотел взять того, у которой этот. У которого прицел отличный. У которого шикарный прицел, блин, а ты не ту взял. Ладно, идем с фланга. Это же не та пушка. Не та. Какого хрена вы взяли ее? Где еще? Да блин, я их уничтожаю только в путь, а им насрать. Это кто? Ну и все, отлично. Я не ту пушку взял, это не та пушка. Должна была быть другая, ну ладно, окей, пусть будет такая. Воу. А, ну так чё? Вот. Скажу, что я взял гранатомет. И сейчас
Сейчас только в путь. Да блин! Заряжается долго, твою мать! Я понял. Так, давай еще раз. Давай еще раз. Достаем МДЛ. Вот он. Я и так, значит, я открываю. Да блин, почему я... А сейчас-то я почему не попадаю? Попал. Пробьет, пробьет. Его любая пушка пробьет. Броня недолговечна, значит. Все, что ли? Маловато. Маловато снарядов на него одного. Все, отлично. Класс. Давай. Нокс. Кто наверху? Кто наверху? А, понял. Сейчас приду. Здесь есть проход на второй этаж? Есть. Ну-ка, у тебя что за пушка? Не, это тоже фигня. Лестницу нашел. А врага нет. Давай, глушилку. Херач. Давай, открывай. Так, это наш. Тоже наш. Вот и наш. Ну, граната фигня. Уфига, если они тут пушку. Да, тут. Ой, я. Ну все, убегаем. Уже тут все нахрен сейчас взорвется. В ангар для техники сюда. Всем отрядом охраны быстро в южный двор. Блин, что-то концовка миссии, она довольно-таки длинная. Ой, какой. Че, на нем поедем? Да ну на танке сейчас поедем. Это будет круто, кстати, может на превьюшку этот танк пойти. Вот, на превьюшку, кстати, этот танк пойдет. Хоть убей, он крут. Чисто. Вот, как-нибудь вот, поедем вот так. Вот на этом. Нокс, попробуй наладить. Вас понял? Т-740 всего лишь прототип. Он, ну и что? Он может так сильно отличаться от 600-го. Сейчас проверим. Насколько он отличается или не отличается. Да умеет водить эту штуку, поднимите руки! Я! Возьмите, я умею! Я вору поднял! Эти движки новые! Отсоединяюсь! Отлично! Мы заряжены с полным боекомплектом! Пинг-пинг! Это страж 2-3! Движемся к зоне посадки! Будем примерно через 10 минут! Прошу зачистить зону посадки! Понял вас, страж 2-3! Все, я готов залазить на танк! Дайте мне, да? Дайте мне, дайте мне, посадите меня за руль того танка. Пожалуйста. Если есть такая возможность, дайте мне сесть за руль того танка. Ладно, Мичу. Как-то давай, вот, отлично. Переходим к серьезному оружию. Ой-я! Так, я могу менять. В смысле? Ну это пулемет. Огонь слева! А это этот. Тройка. А тройка че. Вот четверка что-то такое. Четверка это и. Четверка это и. В смысле? Огонь справа! А он только по целям стреляет, что ли? А, ну понятно, фигня. Пулемет это полная фигня. Мне она не нравится. Мне не нравится пулемет. Мне пулемет дико не нравится, потому что он стреляет, вот когда только наводишь на цель. А так просто он стрелять не может. Или у него что, патроны закончились, что ли, у первого? Просто тут как будто бы два пулемета. Блин, что, неужели у него закончились патроны? Это будет
очень хреново, если у него реально закончились патроны. Вообще не весело, хоть убей. На тройку перчись. Все, мы уже из этого голографического леса почти выехали. Давайте, давайте, бегите, сучки, из Атласа. Давай, давай. Гоню вас только так. Отлично, плюс верхушка. О-о-о-о-о-о, тихо. Ми. Понятно. Это, кстати, во всех играх именно так. Вот когда я сажусь за танк, танк вообще пуль непробиваемый. Система дрожи. 75%. Ну, ничего страшного. Да блин, а! Вот. Ничего нам конец никакой не будет. То идет. Ой, да эти-то чё? У меня полная. Сейчас пройдем через реку. Все отлично. Ой, конечно. На. Ладно, домик вообще никак не... Домик главного вообще никак не разрушается. Я стреляю, а ему насрать. Отлично. А вот в ВВ2, там надо было сзади ехать танка, чтобы его пробить. Отлично. Да блин. Серьезно, что не так с пулеметами? Они стреляют как говно, хоть убейте пулемет. Я вообще не понимаю, почему здесь что не так. Реально, что не так с пулеметами? Они стреляют вообще очень не так. Эти вертушки. А где вертушки-то? Блин, все сейчас на скоро поджарится, не прихочу. Да я понял, что показатель на нуле, потому что сейчас нас поджарят только так. Все, зашибись. А надо на этом танке доехать до конца. Ну, значит, надо, наверное... Где? Петушка. Твою мать. Летело. Летело только так. Так, спокойно. Отлично. Как я этим зарядом-то не попал по этим трем? Пулемет реально какой-то шлак, капец. Я лучше доверюсь этим снарядам, чем пулемету. Я понимаю, что 25%, но я чё, виноват, что у меня все работает не очень хорошо, как надо. Я стреляю этим снарядом по ним, они не умирают. Видите, я по ним стреляю, они не умирают от танк, от танкового снаряда. Понимаете, от танкового снаряда они не дохнут. Я вообще не понимаю, как у тебя местный пулемет работает. У тебя. Они заряжаются как-то, или чё это за пулеметы такие? Я не понимаю, что это. Самая непонятная вещь в игре — это пулеметы. Они работают очень странно. Огонь справа! Они работают по самой дешманской непонятной системе. И вертолеты такие же, я по ним стреляю, они нифига. Они клинят, они чё? Это как-то связано с версией. То, что, типа, мол, это прототип версия.
я серьезно говорю, я стреляю из пулемета, они как будто клинят эти пулеметы. Пулеметы как будто заклинили. Огонь справа! Когда я слышу 25%, это все. Это значит, что в ближайшее время мне наступит полный трындец. Реально нажимаю на единичку, пулеметы клинят. На двойку нажимаю, они не клинят. Можешь мне, пожалуйста, не напоминать каждые 5 секунд, что у меня, блин, критическое состояние. Я и так знаю, что у меня критическое состояние. Потому что здесь противников до хрена. И пулемет почему-то ни хрена не может прыгать. Огонь слева! Блин, а! Зона точка, неужели? Да неужели? Сейчас только что была написана контрольная точка. Нет, меня обманули. Меня обманули, это была не контрольная точка. Меня только что обманули. Это была не контрольная точка. Обман высокого уровня. А, ну короче, я понял, мне кажется, как работают здесь местные пулеметы. Они, по-моему, работают по принципу наводка. И все, и стреляй. Все, удовольствие. Наводи и стреляй. То есть цели помечай. И дальше иди стреляй. Ну блин, чего миссия такая внезапно стала сложной? Есть. Контакт. Двоих сразу. Хорош. Блин. Я до этой посадочной площадки не могу нормально добраться, потому что здесь... Эти дебилы, блин. Их там очень много. Я бью по танку, ему хоть бы что. Честное слово. Я бью по танку, ему бы хоть бы что. Вот, один танк готов. Второй танк готов. Спасибо. Серьезно, я стреляю по танку, ему хоть бы что. Блин, ну сложная миссия. Не бомбящая, но все равно сложная. Чего? А, ну все что ли? Ну окей, хорошо. Это есть что ли посадочная площадка? Ну, да. Ну все, убираемся отсюда. Ну дай, блин, зайти. О. Сейчас, Сима, скоро займусь тобой. Есть! Четверо! Есть! А где он? Где он сел, нет? Как и Кевина Спейси, то бишь Джонатана Айданса. Блин, ну концовка миссии, честно скажу, она сложная. Но тем не менее. Но тем не менее. Так, ну чё? Тряска. Прицел при попадании сбивается. Ага, ну давай вот возьмем это. Все. Давайте начнем следующее задание и пока на этом мы закончим. Совершенно непонятно почему, но у меня игра снова второй раз вылетает. Вот хоть убей. Стать первым главой частной корпорации, принятым в Совет Безопасности ООН, честь для меня. К сожалению, мой сегодняшний визит был омрачен какими-то грязными слухами. Якобы я создаю оружие массового уничтожения, которое сможет поражать не только случайные жертвы,
но также и отдельные этнические группы. Я хочу сразу высказаться по этому поводу. Создаем ли мы такое оружие? Нет, не создаем. Потому что мы его уже создали. И при всем уважении, он ископаемое из тех времен, когда каждая нация играла свою роль в решении мировых проблем. Теперь это совсем не так. Потому, прежде всего, что вы предложили эту работу мне. Мои люди умирали на ваших войнах. Так что я имею полное право сказать, ваши войны – ничто. Так что мои приоритеты изменились. Не деньги, а политика. Ведь политики не умеют решать проблемы. Я умею. Так что все просто. Я здесь, чтобы решить проблемы мира. И главная его проблема – это все вы. То есть он в открытую объявляет всем войну, и его никто не арестовывает. Что это было? Точно не знаю, друг. Но, похоже, Айронс объявил войну. Но. И всем абсолютно насрать на это. Без Мантикора у Атласа нет ни шанса. Кормак, вам нужно это видеть. Говори. Мы взломали код последней серии загрузок. Что это такое? Потенциальные цели. У Айронса был план на случай, если Атлас загонят в угол. Предупредительный удар. Он хочет вырубить нас еще до начала драки. Нападение на США? Мы что, уже в этом уверены? Каков план? Атлас всех разом не снимет? Сан-Франциско. Весь третий флот готов. Вы нужны мне на земле. Оба. Серьезно, его должны были арестовать еще прямо на вот заседании вот этой пресс-конференции и так далее. Ну, всем абсолютно пофигу вообще вот. Я херею просто. Кстати, вот эту миссию в Сан-Франциско, по-моему, еще показывали в геймплее. На E3, по-моему, или на Gamescom, я не помню точно когда. Да, вот все было точно так же, кстати. Вот. В общем, давайте мы на этой машине с вами и остановимся. И в следующей серии продолжим. Впрочем, все как обычно. На этом и все. Да.